Поехали. Кто сказал? Гагарин. Пошли купаться. Я бабушку жду. Ну и жди. Он бабушку ждет. Наконец. Ну ты чего тут? А я думала, ты на реке. Денек-то сегодня какой. Благодать. Че так смотришь? Соскучился? Да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Я ваша новая учительница. Меня зовут Елена Михайловна. А откуда вы приехали? Из Новосибирска. Я буду вас преподавать урок литературы и русского языка. Ты что, опоздал? Угу. Ну, заходи в класс. Нет уж, пожалуйста, через дверь. Что ты рисуешь? Портрет моей бабушки! Тихо, прекратите сейчас же! Что вы делаете? Прекратите! Встань! Я кому сказала? Как? Как его фамилия? Бурлаков. Бурлаков? Придешь? Завтра в школу с мамой. А мамы у него нет. Как это нет? Ведь она приезжает. Раз в 100 лет. Тихо. Тогда с отцом. И отца у него нет. И не было никогда. Ты чего? Я ее ненавижу. Что случилось-то? У Горки мать приехала! Ваша дочка! Ой! Сынок, мальчик мой. Наталья, ты что ли? Кать! Надолго? Чего?
Ну, залазь давай! Господи! Сколько дождался! Ну, давай, приданое. Стой! Платье-то у тебя какое, а? Да брось ты! Ну, давай, давай! Разучилась! Как жизнь? Ай, какая жизнь! Одна работа! Вот сено возим! Сейчас я тебе дам! Вы что, совсем чумы? Совсем, да? Это он перед тобой посоль! Дураки вы оба! Мама, поглядите, что с ним? С кем ты дрался? И с кем? С Лёшкой Горбатовым, с кем же ещё? Ирод ты окаянный, только что новенькое надели, разве на него напасёшься? Так, с Лёшкой Горбатовым? Ну ладно. Наташа, Наташа, погоди! Наташа! Лёх, текай! Там моя мать идёт! Постой! Ой, сумасшедшая! Наталья, ты что? Если еще раз твой обидит моего Кольку, убью. Поняла? Наташа, ты что это? Под суд захотела? Ой, беда мне с тобой. Иди домой сейчас же. Лечиться тебе надо. Здравствуй. Здравствуй. Подцапались, что ли? Она меня чуть вилами не пырнула. Это она может. Не любишь ты меня. Никогда не любила. Всю эту потаскушку забыть не можешь. А отсюда только ночной поезд идет. Ядрит твою. Перышки чистишь. Горбатова могила исправить. Езжай. Мам. Мне нужны деньги на дорогу. Дайте в долг. Мама, дайте. Ты что думаешь, у мамы кубышка в огороде зарыта? Как устроюсь, сразу верну. Вернешь. От тебя дождешься. Мне 7-й десяток. Руки болят. Скоро я совсем коровьи титьки дергать перестану. Из колхоза погонят. Что мне тогда делать? На кого надеяться? От тебя помощи ждать? Дождешься. Да что ж такое говорите, мама? А то и говорю, что думаю. Ладно, хватит.
Московское время 13 часов. Поезжай. Бог с тобой. Мальчишку мне жалко. Как ты приехала на нервах весь. Хотела на книжку положить. На. Я верну. А. Соседей. Людей стыдно. При живых родителях круглая сирота. Мама, ну перестаньте, ну перестаньте же. Какая-никакая я ему мать. Сказала бы я тебе. Ну, а ты-то чего здесь сидишь, чужие разговоры слушаешь? Коленька, милый, я никогда от тебя не уеду. Честное слово? Честно. До свидания, мам. Если надо. А где мой отец? Он умер. До того, как я родился, что ли? Господи, спаси, сохрани рабу Божию Наталью. Пресвятая Владычица Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отжени от рабы Божией Натальи забвение, нерадение,
неразумие и все скверные помышления. Погаси пламень страстей и избави от лукавого. Аминь. 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 Вот что ты искал. Дай сюда. Дай. Отдай, говорю. Окаянные письма. Вот оно, где вся зараза. Гори все синим огнем. Ой, Господи. Господи, как же ты допускаешься? Наташенька милая, Абакан, Бурбакова Наталья, Свердловский Марья Владимир, простите за краткость письма, постараюсь писать, хоть и не часто. Целую тебя крепко, сынуля моего, твой Володя. Язык за зубами держать умеешь? Да. А то ведь это тайна пока. Отец у меня нашелся. Чего шепчетесь? Опять секретничаете, а? Хорошо помню, ребята, когда вы пришли в первый класс. А сейчас вы стали уже совсем взрослыми. И впереди у вас серьезный экзамен. Юля! Коля! Ты чего, Мэр? Школу жалко. Николай Максимович, всегда так. Воронова, эй, вы, ну поехали, ребят. Ой, вот, все, до свидания, пока. Ну, здравствуй, голубушка. Здравствуй, мама. Чего на крыльце сидишь? Замок. Замок. Забыла, где ключи лежат. Заходи в дом. Господи, а это кто еще? Это доченька моя, Алиса. Имя какое-то не русское. Так уж назвали. Красиво. А отец-то ее где? Одни мы приехали. Мам, давайте потом.
приехала. Ой, скорей. Колька. Она можно? Можно, скорее. Пошли, пошли, пошли. Идите. Здрасте, Наташа. Здрасте. Ну, что ты стоишь? Иди, не стесняйся. Здравствуй, сынок. Ну что ты, мам? А это кто? Мам. Вот, сестренку тебе привезла. Мам. Какой же это дядя? Это брат твой. Что, разве мамка тебе обо мне ничего не говорила? Мама, можно я задам тебе только один вопрос? У вас разные отцы. Ты это хотел спросить? Нет. Мама, у меня же нет отца. Ну, как это нет? Ну, ты же сама мне говорила. Мама, ты чего? Повестку в армию получил. Тебя теперь постригут, а? Жалко. Илюшка тоже в армию? Угу. Ты меня ждать-то будешь? Что ты на меня так смотришь? Не узнаешь? Ревнуете. А вот хорошо. Угу. Поехали. Чудак.
Это ты? А ты что, один? А что? А Коля где? Он что, ушел? Чего так испугалась? Ничего не испугалась. Красивый ты, Маша. Ой, скажешь тоже. Интересное кино. Это ты к чему? Замуж тут не выскочишь без нас. А ты давай за меня. Что? Рассмешил. А что, я тебе совсем не нравлюсь? Врешь? Ну, до свидания, сестренка. До свидания. Не увижу я тебя, Коленька, больше. Ну, я же не на войну. Кто его знает? Спаси Христос. Садись, садись. Леха, отцепись от матери. Леха! Леха! Коля! Да ладно вам! Да, привет. Коля, если попадете вместе, смотри, ты начальника ты уж слушайся. Пригляди за ним. Ладно. Но земляки в армии сила, понимаешь? Угу. Дай поцелуй. Зачем? Надо. Пойдем. Я пошел. Пойдем. Леха, ну, будь молодцом. Леха! Леша! Леша!
Мама, Горбатовы! Леха! Леха! Горбатовы! Батька, запомни, что я тебе сказал! Делай! Понял! Счастливо! 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 Нет, жить на мире это! Нет, жить на мире это! Обед везу. А, ну действуй. Есть. Из деревни панди гандел. Писарь идет. Стори. Давай, лагей, лачаемся. Пишет, пишет. Газетку. Как всегда, звездочку. Спасибо. Пожалуйста. Когда долг отдашь? Отдам, может быть. Все. А что это значит? Руки! Нахал! Эх, Томск. Тебе чего? Почта пришла? Пришла, пришла. Вот. Иди, работай. Могу захватить письма. Перебьешься. Почему? Потому. Что получишь? Когда положено? И у кого положено? А? Дубина. А вот за оскорбление ты мне ответишь. Thank you.
Гасите двигатель! Слышите? Я вам приказываю! Идиот! А черт, а теперь не найти. А вот. Погоди. На, и мотай отсюда! А это что за пожар? Заморозили, не имею права глушить двигатель! Ты что, другого места не нашел, мосту сорвать? Это нарочно! А это что за чучело? Да писарь. А ну-ка, позови. Мартынюк! Мартынюк! Иди сюда, бегом! Товарищ подполковник, по вашему приказанию прибыл. Это что за вид у вас? Виноват. У тебя что, все в штабе такие? Идите, приведите себя в порядок. Ну, он письма просил, я ему не дал. Поэтому в отместку. Идите, умойтесь. Есть. Ну? Что скажешь в свое оправдание? Виноват, товарищ подполковник. Виноват, виноват. Мне тебе рекомендовали как лучшего водителя, а ты чуть писаря не уморил. А между прочим, применение химических веществ запрещено международными соглашениями. А ты их не уважаешь. Почему? Уважаю. Уважаю. Ну ладно, Бурлаков, шутки в сторону. Дело серьезное. Пока нас не отрезало снежными заносами, надо пробиться на центральную базу, взять горючее и продовольствие. Понятно? Так точно, товарищ полковник. Ну ладно. Занятный парень. А второго подберете. Ой, ой, баба! Батюшки мои. Вот вместе и поедете. Ну что, приехали? Да. Мартынюк, собери пока сушняка! А где я его возьму? В лесу! А ты не ори! Я, между прочим, старше тебя по званию! Тебе надо, ты идуй! Слушай, Бурлаков, здесь до базы рукой подать. Может, мы... Я технику не брошу. Да и ребята там голодные, как суслики. Ну, раз ты такой сознательный, копайся!
У него же пульса нет. Ну как нет? Он же дышит. Да. И такой крепкий дух из него выходит. Закусить охота. Ну-ка, солдат, давай. Жив, значит, солдат. Надо же. Да свой я. Стой, стрелять буду! Что случилось? А? Елубаев, почему стреляли? Лёх, ты чё? Ты что, дурел, что ли? А ну, встать! Как вы сюда попали? Как? За горючим послали. Разберемся, кто послал. Кто? Молчать! Вы полковник! Отставить разговоры, за мной марш! Молодец, Илубай. Молодец. Лечиться вам тут всем надо. Разговорчики! Документы на стол. Журавлев! Организуй там чайку горячую, ну и покушать что-нибудь. Все, идите отдыхайте. Настерка-то где? Накладные в порядке? В порядке. Посреди дождей посветлело вдруг. Это рядом встал мой смертельный друг, мой сердечный враг,
брат, соперник мой, твой веселый шаг за моей спиной. Вот идем с тобой рядом по полям, все, что в мире есть, делим пополам. И закат, рассвет, и разрыв траву. А случись беда, я тебя зову. Ну что, гудбай. Да что это такое? Держи. Да не надо. Ладно, пригодятся. Ну что там пишут из нашей деревни? Я получил тут как-то письмо от бабушки. От Маши? Ясно. Ну ладно. Давай, вали отсюда, пока цел. Леш, ты что? Да ничего. Замнем для ясности. Вот идем с тобой рядом по полям, все, что в мире есть, делим пополам. И закат, рассвет, и разрыв травы. А случись беда, я тебя зову. Привет, ну чего смотришь-то? Тебе. Ко мне? Ну что смотришь, не узнаешь, что ли? Первый раз вижу. Ну ладно. Козел. Слушай, Мартынюк, проверю этого типа документы. Подозрительный. Сержант! Сержант! Ваши документы. Чего? Покажи давай. Да шел бы ты. Мартынюк, ты что, шуток не понимаешь? Это Лешка, земляк мой. А что, ему трудно было документы показать? Юмористы. Эй, ты, как его? Мартынюк! Документ. Бурлаков! То есть земляк, так я думал, Ванюк деревенский. А ничего. Всю ночь проработали, какой... Дорожку отгрохали. Ничего, лощеная! Устал, Лех? Да нет, ничего. Сейчас бы пожрать, и можно снова вкалывать. Мы свой отдел сделали. А теперь уж техника пойдет, понтоны. Сейчас бы цепануть минуток, это к 600. Любят меня комары и мошки, а? Слушай. Это елки-палки. А ты знаешь, почему на тебя мухи садятся? Не надо. Потому что я действительно такое. Ребят, смотрите. Не подавись. Прям какие-то ихтиозавры ползут.
Мама, что с тобой? Бабушка умерла. Одни мы остались. Одни. Уезжала. Дом заколочен. Алиса на похоронах была? Да. Мам, я отслужу. Давай заберем ее и поедем домой. В деревню? Угу. Нет. Сынок, у меня другие планы. У меня в Ленинграде есть человек. Правда, он, у него семья. Но он разведется. Смотри, мам, попадешь опять в какую-нибудь историю. Мама, ты рассказывала мне, что отец умер. Да. Неправда, он жив. Это тебе мама покойная рассказала? Бабушка как раз всю жизнь молчала. Я хотела как лучше. Смотри. Все, все! Ага. Домой! А мы тут работаем! Нас не отпускают! И правильно делают. Слушай, ну ты, может, спустишься. Счастливец. Прощай, Мартынюк. Прощай. Ну что, Коля, долго не увидимся. Почему? Разве ты не домой? Да нет. А куда? Куда? Страна большая. Значит, ты не в курсе? Любовь-то наша номер отколола. Что, замуж, что ли, вышла? Кажется, так. Может, она... Это ты, святой. Я этого никогда не прощу. Ладно. Я ее найду. Из-под земли достану. Хочу ей в глазки посмотреть. Из-под земли достану! До свидания, ребята. До свидания. Всего доброго. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Ну и погоду. Тут в туфельках. Хорошего сына воспитали, Наталья Николаевна. Спасибо. Да вот уезжаем. А я вообще бы не отпустил его. А может, останешься на сверхсрочную? Бурлаков. Нет, он сейчас со мной поедет. Ну, правильно. В деревне сейчас молодежь тоже вот как нужна. Почему в деревне? Я живу в Ленинграде. А. Ленинград. Хороший город. Бывал там однажды. Ну, правда, проездом. Если будете еще раз проездом, приходите в гости. Спасибо. До свидания. Нет, серьезно.
Спасибо. Хорошая у тебя мать, Бурлаков. Ты хоть это понимаешь или нет? По глазам вижу, понимаешь. До свидания. Счастливо оставаться. А, ну как у матери погостил? Нормально. Ну и как она? Да ничего. У нее своя семья. Ты мне адрес потом. Крышу тебе надо перекрыть. А так дом ничего. Жить можно. Жениться не надумал? Подберем тебе такую невесту, что надо. А? Или старая любовь не ржавеет? Да ладно. Уехала в город ваша любовь. Да. И что в ней особенного? А мой обол-то за ней подался. Мотается по общежитию. Холодный, голодный. Эти столовки. Пить стал. Любит он ее. Любит. Дядь Володь. Мне адрес его нужен. Извините, вы не скажете, Горбатов в каком номере живет? 30-м. 30-м? Mm-hmm. Спасибо. Это Лешка, что ли? Ну-ка. Где-то у вас 30-я комната. Да вот она рядом. Скажите, вы не знаете, где Горбатова найти можно, а? Я его в парке видел. Спасибо. Пожалуйста. Ах ты черт. Ты где устроился? Да нигде пока. Ну вот у меня и заночуешь. Сосед в рейсе. Койка свободна. Посидим, потолкуем. Да, возьми пару бутылочек пивка. Ну и покушать чего-нибудь. Где мое общежитие, знаешь? Ну, конечно, я только что оттуда. Ну, вот и добро. В 6 часов после работы встречаемся. Я, правда, могу задержаться немного.
Ну, ничего, посидишь, подождешь. Лех, дай закурить. Ты же не кури. Да начал. Леш, а что у вас с Машей? Где она? Ах, вот оно что. Ты, значит, к ней приехал? Мила. Может, адресок дать? Могу. Серафимович, 5. Запомнил? Или записать? Вот у нее и заночуешь. Маша Воронова здесь живет? А что вам нужно? Я бы хотел повидать ее. А кто вы такой? Ответьте мне на вопрос. Маша здесь живет? Это вы мне ответьте. Кто вы такой? Павел! Павел, кто там? Маш, это я, Коль Бурлаков. Коль. Еще один друг детства пожаловал. Господи, ну что же мы стоим-то? Пойдем в дом. Пусть здесь стоит. В доме ему делать нечего. Это мой дом. Я хочу, чтобы в нем был покой. Мой дом. Ну его. И все здесь твое. Пропади оно пропадом. Ты что, Маш? Надоело. Иди сюда. Как ты меня нашел? Нашел. Видишь, куда меня занесло? Ой, я тут чуть с ума не сошла. Лешку ты видел? Видел. Жалко мне, вот совсем опустился. Сначала-то мы нормально жили. Хорошо, в общем. Но он же псих. Ревновал меня ко всем. Ну, а уж как напьется... кулаками. Я и ушла, куда глаза глядят. Любит он тебя? Ой, любит. Не знаю. Может, и я его люблю. Маш. Измучили мы друг дружку. Подожди. Тебе надо быть дома. Я скоро вернусь. Ты куда? Неважно. Тебе надо быть дома. Поняла меня? Жди. Давай ключи. Меня тебе не жалко?
Коля, я ничего не понимаю. Ты что надумал-то? Идем, идем. Телефон. Да, Бурлаков. Алло. Я слушаю. Примите телефонограмму. Коля, срочно приезжай в Ленинград, нужна твоя помощь, мама. Да, спасибо. Откройте дверь. Мам, это я. Это мой сын. Открывайте. Раздевайся, раздевайся. И на кухню пройдите. Надолго? Поторопитесь. Понятые, подойдите сюда. Пожалуйста, поторопитесь. Будем опечатывать квартиру. Как же так можно? Взять так просто и выбросить людей на улицу. Им же ночевать негде. Саша, попробуй еще раз связаться с гостиницей. Распишитесь. Простите, мы свободны. Вы расписались? Угу. Спасибо. До свидания. Здесь распишитесь. Мы же поставим. Наталья Николаевна, вот вам ключ. Утром принесете в управление. Хорошо. Все оставляем под вашу ответственность. Угу. Только распишитесь, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Прошу на выход, гражданин. До свидания. Не задерживайтесь. До свидания.
радио заговорила. Надо ключи в милицию сдать, а то они опять придут. Пойду маму разбужу. Не надо, пусть она поспит. Мы с ней всю ночь проговорили. Она только легла. Ну что решили? Едем к тебе. Мам не хочет. На север не хочет? Боится? Наверное. Слушай, а ты не боишься? Давай с тобой вдвоем бежим. А, меня мамка не отпустит. Жалко мне тебя. Будешь с ней по белу свету мотаться? Она меня в интернат сдаст. Куда? В интернат. Если она это сделает, то я... Она говорит, что там хорошо. А что такое сожительница? Откуда ты это слово подцепила? А я слышала, когда мама с милиционером разговаривала. А маму тоже в тюрьму посадят? Нет, не посадят. Наша мама здесь чужой человек. А ты этого товарища как называл? Папой? Папой. Мама, мам, вставай. Я не сплю. Обедать? Да, пошли. А то Машка, наверное, заждалась тебя. Лёха, прекрати. Мне твои шутки надоели. Какие тут шутки? Коля, я на тебя гадаю. Иди сюда. Хочешь, тайну открою? Знаешь что? Что вы там шепчетесь? Застегни. И вообще. Что вообще? Надоело мне смотреть, как вы пялитесь друг на друга. Я пойду. Коля, не уходи. Что? Да, мешаю я вам.
теперь? Нашел кому ревновать. Ну да, он же святой. Не хочу я его видеть. Не волнуйся, ты его больше не увидишь. Сумасшедший. У нас с тобой ребенок будет, а ты все. Ребенок. Еще неизвестно, чей он. Ну что там у тебя? Забуксовал, дернуть надо. Трос есть! Зацепил? А, сейчас. Держи. Ничего, сейчас вытянем. Ладно, Коль, поезжай. Ты знаешь, я так боюсь. Чего? А вдруг умру? Ну что ты? Так не хочется тебя отпускать. Поедем вместе. Коля, я бы отсюда. Только куда я теперь? Не смотри на меня так. Не мучи меня, уходи, Коль, я тебя прошу. Не забывай.
Можно вас на минуточку? Да. Вы не скажете, как мне Бурлакову найти? Наталью Николаевну? Ну да. Так она же в отпуску. А может, есть кто из общежития? У нее есть подруга, здесь Люся. Пожалуйста, поднимись туда наверх. Да, она взяла отпуск и уехала на юг. Куда-то на юг. С мужем. С мужем? Ну да, она замуж вышла. А вы не знаете, дочка нас с собой забрала? Алису-то. Хорошая у нее девчонка, Алиса. Да нет. Она, зараза, ее в интернат сдала. Я с ней все после этого не разговариваю. А вы, случайно, не знаете адрес интерната? Адрес не знаю, но где-то на Петроградской. Точно, на Петроградской. Спасибо. Найду. А вы ей кем приходитесь? Сын. Надо же. Она никогда не говорила, что у нее взрослый сын. Да еще такой симпатичный. Я никогда ей этого не прощу. Надо уметь прощать. А я не хочу. Что рисуешь-то? Танк. А это что? Не знаю. Покажи бабушке. Ну-ка, покажи. Ой, молодец. С приездом. О, Алиса выросла. Да, время бежит. С приездом. Леша, а ну-ка, иди познакомься, давай руку. Здорово, на Лешку похож. Еще бы, чистый портрет. Иди сюда. Как тебя зовут? Леша, а мама в город уехала. Ну ничего, она приедет. А это кто? Папа. Ну что же теперь делать? Родная ты моя. А ты умеешь на танке ездить? Умею. А меня научи. А тебе зачем? А если будет война, я пойду на войну. Ну-ка, дай-ка мне там ключик. Какой? На, возьми. Ага. Так. Иди сюда. Война.
Ведь ее проклятый. Так, что у нас сегодня? Ух ты! Ну что, живем? Вкусно. Вкусненько как, а? Да. Thank you.